Так, вот нам в кадр вылезает Юпитер. Разве не красавец? 10 апреля 2021 год, Харьков, 5.04 по Киеву, в Харькове. Настройки автоматические. Спутники справа от Юпитера. 4 галилеевых спутника. А где 4? А, вижу, справа самый крайний — это Каллисто, потом идет Ганимед, потом идет Ио, испаренная практически с Европой. Спаренный спутник с Европой. Европа пасет задних совсем рядышком с Юпитером. Ну, количественно 840 миллионов километров до Юпитера. Да, на экранчике, конечно, не видно. Ну что, сейчас выше над горизонтом поднимется Юпитер. А вот вижу. На экране Ганимед видно. Это самый крупный спутник Юпитера. И, по-моему, вообще всей Солнечной системы. В Солнечной системе самый крупный спутник. Вот он сейчас уже ближе к правому краю. Пятнышко блеклое. А сдвоенное блеклое пятнышко на экранчике — это Ио и Европа. Каллисто, наверное, на мониторе видеть будет нельзя. Хотя я его вот и резкостью играюсь, но без эффекта. Ладно, пошли на Сатурн глянем, а то уже светает. И мы можем его просто не засечь. Ну, видно, еще и облачность нам, конечно, помогает. А вот он наш окольцованный. Красавец. Да, облака закрывают Юпитер. Ну да, к сожалению, наверное, это все, что можно по резкости себе позволить. Все, камеру не трогаю, штатив не трогаю. Вот это движение Сатурна. Ну, в смысле движения, вращение Земли. Наблюдаем мы прямо сейчас. Так, это дубль второй. Первый был на низких настройках светочувствительности. Там почетче, но побледнее. 5.09. Так, подвигаем. 1 540 000, по-моему, миллионов километров. Так, все, отошел. Мои вы лапочки, как же ж, елки-палки, я за вами скучал.
такая отвратительная погодка. Ну и близко еще Сатурн с Юпитером к Солнцу были, конечно. Это мешало наблюдениям. Хорошо. Сейчас еще один настройки попробуем. Пошли сейчас еще наведемся. Давай их сразу два в кадр возьмем. Будет их видно интересно. Конечно, в декабре было великолепно. Сатурн с Юпитером были в 8-угловых градусах, и в одном кадре я видел и кольца Сатурна, и спутники Юпитера. Сейчас это, конечно, не то. Ну, будем рассматривать по отдельности, тоже хорошо. Да, к сожалению, тучки. Ну, тучки это нельзя называть тучками, но облачка. Так, вот это жужжание, когда прекращается, это значит заканчивается оптический зум. И начинается цифровой. 125 крат. В этом фотоаппарате оптического зума еще 4 цифрового. Ну, где вы? Высоко задрал. Это что ж такое? Сейчас попробую. Так, вот сейчас на спутниках, вот Юпитер. Ну, вижу на экранчике 100% три спутника из 4 Галилеевых.